Я искренне приветствую всех настроившихся на волну МТК Видео. Сегодня в мобильном репортере вас ждут только самые интересные ролики, присланные нам на минувшей неделе. А я приглашаю взглянуть на эти короткометражные шедевры. Готовы? Поехали! Наш вездесущий мобильный репортер повстречал любознательного горностая. Зверек облюбовал припаркованный джип. Попасть внутрь не получается, но, видимо, очень хочется. Саня обрадуется. Ты спрашивал, по капоту гладить, по машине посаженной. По зеркалам? Да вон, смотри, на стекло, на стекло лезет. Машины не можем не пробить. Давай. Вон. Ага. Что-то у него там, блин, заныкано. Помните исход той истории в бессмертное произведение Алана Милна, когда Винни и Пятачок пришли в гости к кролику? Все потому, что кто-то слишком много ест. Вы скажете, что сказка на то и есть сказка, и в жизни Михаил Потапыч всегда найдет выход. А вот и нет. Доказательством служит следующее видео, присланное нашим бдительным мобильным репортером. Косолапый искал на кухне съестное, но пришедший не вовремя хозяин этой самой еды спутал карты хозяина леса, и самый логичный путь отхода оказался, впрочем, смотрите сами. Мобильный репортер МТК Видео не знает, что делать с наглым котом. Пока детская кроватка пустовала, домашний питомец занял ее и покидать ее уже не намерен. Хозяйка взывает к совести животного, угрожает, но кот Васька, видимо, понимает, что наказывать его никто не будет. Сейчас посмотрим, кто спит в кровати. Вася! Вася! А ну уходи отсюда! Смотрите, как меня боится кошка! Да? Уходи отсюда немедленно! Уходи отсюда немедленно! Брысь! Вася! Наш репортер, едва сдерживая смех, наблюдает за своим кокоду. Попугай не совсем внятно, но все же произносит имя Наташа. Делает он это громко и настойчиво. Поиски Наташи проходят по всей квартире. Время от времени лексикон птицы разбавляет забавное кукареканье. Надо сказать, что абсолютно все ролики в нашей программе сняты не профессиональными операторами, а обыкновенными очевидцами событий, то есть такими же простыми людьми, как и мы с вами. И у каждого из вас есть шанс попасть в нашу программу. Нужно всего лишь оказаться в нужное время, в нужном месте и, естественно, с включенным телефоном. А после прислать ролик на WhatsApp на номер 8-914-859-9060. Также хочется напомнить, что этот и предыдущие выпуски передачи «Мобильный репортер», а также ежедневные новости Стольного Града Магадана можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Просто набирайте в поисковой строке МТК Видео, и вы всегда в курсе событий. На этом все. Пока.